субботу на ТВ Рус. Почему этот благополучный, всенародно любимый артист вдруг уехал? Он всю жизнь мечтал сыграть трагическую роль. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Но эта мечта не сбылась. Эта внешность вот притягивала. Что же ты, морду, не предупредил, что она у тебя под напряжением? Он так и не встретил режиссера, который рискнул бы предложить ему такую роль. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялт. И тогда в роли режиссера выступила судьба. Попав на запад, он тут же поправил глаз. Зачем? Он сыграл эту трагическую роль в своей жизни. Если бы не здоровье, он бы вернулся. Неизвестный бенефис Савелия Крамарова. В субботу на ТВ Русь.